czołówce możesz. Можеш. Це студія Дженнік. Доброго дня усім. Мене звати Ірина Реріх, і ви дивитеся програму «Моя історія» польського інформаційного порталу Дженнік Валбжих. «Моя історія» – це програма про людей, які переїхали з різних країн до польського міста Валбжих. І нині православна частина цих людей готується до великого свята Пасхи. І тому у нашій студії поважний гість – настоятель православної парафії у місті Валбжих, отець Маріуш Кішляк. Здравствуйте. Здравствуйте, Ірина. Отець Маріуш поляк, але прекрасно розуміє українську мову, говорить російською мовою, тому далі будемо спілкуватися російською мовою. Отець Марк, і прошу розказати о вашій парафії. Скільки людей, якого возраста, яких національностей? Наш приход, он международный, совмещает разные национальности, поляков, украинцев, белорусов, тоже молдовян, еще есть разные национальности, но мы в церкви одна семья, у нас голова Христос, и мы, так як сказав, одна сім'я, яка возглавляє Христос. Точно не можна сказати, який великий, яких розмірів є приход, тому що ми знаємо, що в Валбжих є багато православних людей, але не всі знають про те, що є церква. І взагалі, то я вважаю великою проблемою, тому що багато українців, які приїжджають в Польщу, ніж думають, що в Польщі немає православної церкви вообще. Да, Польща – це римо-католицький край, Україна, Росія, Білорусь – це православні країни, є якби границя. Це ошибочно. Є православна церква, Польська автокефальна православна церква, і в тому числі наш приход в Валбжихе, в якому каждое воскресенье и по великим праздникам служба идет в 10 всегда. Ну а все-таки сколько людей, если приблизительно? Есть так, что я считаю несколько десяток, которые участвуют так чинно в литургической и нашей приходской жизни. Но таких статистических православных людей в Валбжихе есть гораздо более. А как наблюдаете, это количество с каждым годом увеличивается или нет? Да, есть прогресс. Было такое время, что людей было очень мало. Ну, тут надо было немножко поработать, и разные средства мы приобрели, чтобы дать людям информацию, что такая церковь есть. У нас в Валбжихе это бывает тоже, есть необычно, потому что церковь находится в многоэтажном доме при улице Мицкевича 31 в Валбжихе, и как бы людям странно, трудно найти. Люди, как бы, обычно ищут креста, копы, а тут такого варианта у нас не существует пока. И думаю, что это есть проблема. Но количество людей, оно увеличивается. И это заметно. Есть люди, которые находят церковь, и в этой церкви остаются, и от церкви начинают свою новую жизнь. А как живется украинцам, белорусам, молдавянам в польском городе? Я так думаю, вижу, разговариваю с многими людьми. Надо научиться. Это много таких есть вызовов для семей, для детей. Но думаю, все так можно построить жизнь, что можно спокойно жить и счастливо тут. Есть проблемы, очевидно, это проблемы бывают очень разные, сложные тут
вещи, которые происходят. Бывает так, что нету работы, нету жилья, новый язык надо учиться, есть такое непонимание, другая традиция, другие законы. Но это все происходит, но помаленьке люди тоже друг друга тут подкрепляют. Это уже мы хорошо знаем, что в Авжихе украинское общество, которое существует, это такая часть этой эмиграции, которая влияет на каждом уровне на то, как улучшить жизнь в Авжихе и в Польше. Это очень хорошо. Среди ваших прихожан наблюдаете тенденцию, что люди хотят остаться в Авжихе или все-таки вернуться на Украину? Есть 50/50. Есть люди, которые приезжают, уезжают, но есть такой процент людей, которые думают построить жизнь в Авжихе. Тоже заметил такой аргумент, мы хотели бы, чтоб наши дети учились в польской школе, потому что мы хотим для него хорошего будущего. Это такой аргумент тоже прозвучает. И да, есть такой взгляд, что да, надо нам тут оставаться, тут нам хорошо, мы тут будем строить наш новый дом. Но тоже заметил, если бывает так, что если даже люди есть много лет уже в Польше, в Авжихе, мечта за свою страной, она остается. Скучают. Люди скучают, тоска. Да. Есть проблемы сейчас коронавирус, есть проблемы с переездом через границу. Это все усложняет, но это все можно преодолеть. А пандемия как именно повлияла на жизнь парафии? Повлияло, это была новая ситуация для всех. Парафия как член государства, она соблюдает режим и законы, которые надо соблюдать во время пандемии. Но люди так и, я заметил, что искали ответа на вопрос, как мне быть православным человеком во время пандемии. Причащаться, не причащаться, исповедоваться, не исповедоваться. И это время, как мы все знаем, оно нелегко, но много нас тоже научило и дало ответы на такие крепкие вопросы. А какие таинства чаще всего вы проводите в церкви? Таинство исповедь и Евхаристия, но крещение тоже у нас, так, и венчание. Этот ответ я ждала. Да, люди крестят у нас, дети венчаются, и надо знать, что есть церковь, и что есть церковь, есть священник, и надо прямо звонить и приходить к священнику с вопросами, любыми вопросами к священнику. И не знаю, откуда это взялось, но если люди звонят и спрашивают, можно покрестить ребенка? Да, можно. А второй вопрос, а сколько это стоит? Это не стоит, дорогие. Надо просто приходить и крестить. Не надо таких вопросов себе усложнять свою жизнь. Надо просто крестить ребенка, венчаться. Это очень по-демократически, потому что в Украине, например, четко выставленные цены за каждые услуги. Традиции есть разные. Тут в первую очередь надо смотреть на счастье, на добро духовной жизни и ребенка, и семьи. А с какими проблемами лично к вам обращаются? Потому что знаю, что обращаются люди. Проблемы очень разные, бывают очень сложные. Мы знаем такие примеры, что да, люди просто спасали свою жизнь и приходили в церковь. Таких случаев, вообще, к сожалению, не так мало.
no jest problemy z robotą, bywają problemy z robotą, bywają problemy bardzo serioznie z oformleniem dokumentów. Вот это есть тут такой, ну, большой вопрос, это сложно. Надо, чтобы разобраться с этим, надо ну, немножко поработать. Но, слава Богу, есть общество, есть люди, которые уже помогают. Знаешь, что в таких ситуациях вы действительно как отец берете этого человека и как переводчик идете с ним в разные организации, уже эндемийские, и попросту там говорите вместо этого человека. Я стараюсь, но священник должен быть всегда возле своих прихожан. Как бы, ну, не без поводу батюшка это отец, и надо, чтобы люди православные это знали, что священник это их отец, где бы они не были. Есть такой неписанный духовный закон, что когда кто-то приезжает в новое место, поселяется или живет, надо обязательно в первых шагах искать церкви. Потому что церковь тоже был, Христос тоже был эмигрантом, тоже был беженцем, и он хорошо понимает проблемы эмигрантов, и надо просто, может так с улыбкой скажу, надо просто приходить в церковь и просить благословения Божьего на проживание в новой стране, в новом месте. Отлично. И я знаю, что ваша парафия имеет огромные планы на строительство своей церкви. И уже от города вы имеете участок земли, на котором будет строительство. Что уже успели сделать на этом участке? 2 года назад мы приобрели участок земли и уже готовились к стройке, но вдруг появились такие информации, что там есть участок, на этом участке, этот участок, это земля постиндустриальная. И это очень усложняет технологичный и техничный процесс. И мы сейчас нуждаемся в терпеливости. Також і прихожану в терпеливості. Нуждаємося просто в тому, щоб цю проблему преодолити. Технічно. Надо нам переорганізувати те, що ми раніше думали. Один проєкт змінити на другий. На другий. Зробити другий проєкт. Інженерні питання тут дуже серйозні і різні. Но нужда церкви, она остается, потому что сейчас мы там на несколько метров квадратных молимся, и нам бывает очень сложно, и условия есть очень такие скромные. А мечта о церкви и нужда церкви, она многолетна уже в Аубжихе. А сейчас она может исполниться. Надо только, да, время, очевидно, надо это средства на постройку, которые мы стараемся приобрести. Но надо тоже знать, что церковь — это не только кирпич. Что церковь, она в первую очередь строится в сердцах прихожан, а потом кирпич. И мы где-то на середине пути стараемся. Это стройка церкви — это серьезный вопрос. Она никогда не бывает такая простая. Там всегда есть проблемы. Это знает уже опыт церковной жизни неоднократно. Но я думаю, мы помаленьку преодолеем эти наши проблемы. Очень надеемся, что церковь будет в Аубжиху. И так как православный мир будет праздновать 2 мая праздник Пасхи, то как будет происходить этот праздник в Аубжихе? Потому что пандемия, никто ее не отменял. Ну да, то мы будем так, как по возможностям праздновать Пасху. Надо в первую очередь сказать, что перед нами еще Страстная Седмица. И у нас службы Великий Четверг утром и вечером, в пятницу вынос Пшеницы, в субботу тоже, в субботу будем освящать
корзинки, и в ночь по 12 субботы на воскресенье начинаем пасхальную службу. И я хотел бы всем сказать хороших праздников, хорошего праздника Пасхи. И надо нам всем знать, что если Христос преодолел смерть, тогда мы все можем тоже преодолеть наши проблемы, и те, связанные с миграцией, тоже. Спасибо вам большое за разговор, за сегодняшнюю встречу. У нашей студии був настоятель православної церкви у місті Валбжиху, отець Маріуш Кішляк. І я, ведуча Ірина Реріх. Всім добра, до побачення.